Привет, дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, а это YouTube-канал Nico Slams. Сегодня хотел с вами бы поговорить о двух игроках, которые в скором будущем пополнят состав столичного клуба, баскетбольного клуба «Астана», и также начнут свое выступление в единой лиге ВТБ. Начнем с латыша Оу-Джей Силиндж, Ойер Силиндж, во многих источниках его называют как Оу-Джей, наверное, ему так нравится. Высокий, легкий нападающий. Рост у него 2,4 сантиметра, это очень хороший рост. Вес 90 очков за игру, 2 подбора. Сильные стороны у этого игрока, конечно же, дальний бросок. Был один латыш в составе Астаны, Янис Блюмс, вот он как сумасшедший бросал трехочковые. Этот игрок по своему стилю броска, как он заряжен на дальний бросок, чем-то напоминает Яниса. Я думаю, иметь такого игрока очень даже неплохо, особенно в современном мире, где трехочковый бросок очень важен, и где для любой команды важно умение растягивать оборону, да, создавать эти моменты, когда маленькие игроки, такие как Майкл Томпсон, мог бы пройти там и забить какой-то лейап и еще что-то. Безусловно, хорошее приобретение, и будем надеяться, что этот латыш, этот игрок, именно в Астане рестарт сделает своей карьеры и покажет лучшую игру за свою достаточно уже продолжительную карьеру. 27 лет ему. Следующий на очереди американский атакующий защитник Девин Марбл. Девин Марбл — типичный американский shooting guard. Высокий игрок, 1,99 м. 90 килограмм, длинные руки, прыгучий, с хорошим броском. Трехочковый по карьере не его сильная сторона, но он бросает, не стесняется. Бросает обычно 30-35%. Агрессор. Не было у него такого сезона, где он набирал бы больше 20 очков, но в Астане вполне возможно. Вместе с Адонисом Томасом, я думаю, он, Адонис Томас и Майкл Томпсон, они составят основную атакующую силу Астаны. Он будет решать вопрос, когда комбинация не играется, надо что-то быстро решать, мяч окажется у него в руках, и он будет за счет индивидуального мастерства, как я себе это вижу, что-то решать. Поиграл в таких странах, как США, за Орландо Мэджик немножко в НБА играл, Италия, конечно же, и Греция. Есть опыт, есть амбиции, думаю, очень интересное подписание. Посмотрим, как он реализует себя в такой сильной лиге, как единая лига ВТБ. Спасибо огромное, друзья, что вы были со мной. Небольшой рассказ был специально для вас. Ставим лайки, комментируем и, конечно же, подписываемся на мой канал. До встречи, друзья!